воскресенье в Самарской области облачно с прояснениями, осадки в виде небольшого дождя и снега. Плюс 2, плюс 4 градуса днем, ночью 1-3 ниже 0. Южный ветер 3-5 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность, дождь. В дневное время плюс 4, ночью 1 градус ниже 0. Южный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти облачно, небольшой снег и дождь. Днем плюс 3 градуса, ночью минус 1. Южный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно с прояснениями, снег с дождем. Днем плюс 2 градуса, ночью 2 ниже 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.